Старой Руси после реставрации торжественно открыли памятник авиаторам Северо-Западного фронта. Самолет МиГ кардинально обновили в цехах 123-го авиаремонтного завода. Сюжет Алексея Дмитриева. День будний, время рабочее, сезон огородный. Но на торжественном открытии памятника после реконструкции собралось немало местных жителей. Самолет полвека был главным символом микрорайона «Городок». И все, конечно же, с нетерпением ждали, когда его вернут на прежнее место. За период восстановления мы выполнили полный комплекс работ по ремонту конструкции фюзеляжа, изготовлению новых деталей остекления, восстановлению лакокрасочного покрытия. И вот он такой красавец сейчас украшает свое место. Сколько простоял? Больше в 3 раза, чем простоял. А простоял он 50 лет. Лет 10, краска выдержит. На авиаремонтном заводе обещали завершить реконструкцию через год, к 75-летию Победы, но управились всего за несколько месяцев, к Дню авиации. Снаружи памятник выглядел плачевно, но все внутренние конструкции, как постамента, так и самого самолета, оказались в хорошем состоянии. А ведь построили этот реактивный истребитель еще в 50-е. Ну он же истребитель, самолет этот, да, и внутри вот все эти конструкции, он должен делать свою функцию. И там вот все это надо было укомпоновать. И в то же время заложить прочность. Там вот качалки, там всякие лонжероны, стрингеры, они так образом скомпонованы, что там не придерешься, там все рабочее практически должно было бы быть. Ну, естественно, все оборудование снято с того. Новый вид приобрел и окружающий самолет сквер. Его основательно почистили, избавили от мусора, убрали подлесок, скосили траву. Раньше здесь были такие буйные заросли, что еще один памятник, расположенный рядом, просто не было видно. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Благоустройство этого сквера в микрорайоне «Городок» началось еще в прошлом году. Тогда заменили бюст Героя Советского Союза, летчику Тимура Фрунзе, и благоустроили территорию вокруг него. Местные жители радуются обновленным памятникам и похорошевшему скверу. И мечтают о том, чтобы в порядок привели и их дворы. Так как это было до середины 90-х, когда весь жилой фонд «Городка» стоял на балансе предприятия. Нельзя ли сделать так, как было в моем детстве, когда каждую весну, каждый цех нашего завода выходил на территорию своего родного микрорайона и проводил субботник. Все было чистенько, аккуратненько, покрашено, починено. Но в какой-то момент это все прекратилось, и теперь все плохо, разломано. Сегодня поддерживать порядок в микрорайоне – задача городских властей, управляющих компаний и самих жильцов. Авиаремонтный завод по доброй воле сделал уже немало. Вернул городку его символ, и скоро сюда опять потянутся свадебные кортежи, возложить цветы и соблюсти полувековую традицию. Из Старорусского района Алексей Дмитриев, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.